нахожусь сейчас на дне бывшего Аральского моря. 120 километров далеко вглубь Арала. Мы ехали 10 часов, смотрели места, где раньше были высажены также сеянцы саксаула. Дорога, конечно, оказалась не без приключений. Первая машина немного застряла. Вот это, друзья, посадки 2009 года. Так вот растет, дорогие друзья, сарасазан, галофитовое растение. Между ними уже будет сажаться саксаул. А вот так вот выглядят саженцы саксаула, которые будут высаживать завтра. Сегодня идет подготовка полным ходом, трактора уже готовы. Вот, и, собственно, привезли вот эти вот саженцы, которые завтра мы уже будем высаживать. Сегодня будет высадка сеянцев в количестве 4 миллиона 410 тысяч на территории 15 тысяч гектаров. Осуществляется данная высадка при спонсировании компании «Казмунайгаз». И сегодня на высадку также приехал глава компании Магзум Мирзагалиев. Позади меня трактора начинают процесс высадки саксаула. Надеюсь, что это будет тот процент, который выживет. Из него вырастет огромный куст, который задержит за собой много соли, пыли и песка.